Водную тишь Юрманского залива нарушила работа спецтехники. Мера необходимая. Волга давно требовала должного ухода и внимания со стороны профильного регионального министерства. С приходом тепла река начинает окрашиваться в зеленый цвет и благоухать на все окрестности. Виноваты донные иловые отложения. Спасти водоем помог нацпроект «Экология». Согласно ему, подрядная организация в прошлом году приступила к расчистке самых проблемных участков. Сейчас работа движется к финалу. Здесь экскаватор «Амфибия» работает. Отгрузка, получается, осуществляется в барже методом буксировки на точку перегрузки и вывозом на карту складирования, отведенную ранее заказчиком, выделенную землю 10 гектаров. Работа кропотливая. Сложный грунт водоема и рельеф добавляют хлопот специалистам. Тем не менее, процесс не стоит на месте. Местные жители обновлением рады, готовы мириться с габаритными машинами ради счастливого финала. Его дата намечена на октябрь. Параллельно профильное министерство готовится к грядущим проектам. Мы приступаем к разработке проектно-сметной документации по экологической реабилитации Ивановского залива. И также федеральным центром одобрена заявка и уже разработан проект на первую очередь по экологической реабилитации реки Свияга. Кроме того, в Минприроды России прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросу формирования объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Ульяновская область уже подготовила заявку на участие. В нее вошли 23 водоема, которые особенно нуждаются в реабилитации. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.